Здравствуйте, с вами снова Александр. И меня люди просили снять сравнительный обзор на эти две коляски. У всех возникают вопросы, чем же они отличаются. Они просто очень сильно похожи по характеристикам. Это Mountain Buggy Nano и Baby Jogger City Tour. Они реально сильно похожи. Поэтому и вот разница у них чисто в мелких деталях. Поэтому сегодня мы на них остановимся. Подробные обзоры на эти коляски уже есть на канале. Я ссылки добавлю в описании, что на одну, что на другую. Вы зайдите, посмотрите отдельно. Но здесь я покажу вам чисто отличие этих двух колясок. Вот. Ну, во-первых, внешне вы прекрасно видите, что они немножечко отличаются, но не сильно на самом деле. Основные отличия здесь в следующем. Здесь разница в ручках. Ручка здесь, конечно, не регулируется по наклону. Здесь она обита плотным материалом. Это что-то типа губки, плотная очень, а здесь резина. Резина, на мой взгляд, более долговечная, чем губка. Но губка чуть помягче, чуть приятнее. Вот, дальше. Что касается козырьков, приблизительно они одинакового размера, но у City Tour есть смотровое окошко с москитной сеткой, чтобы вы могли наблюдать за ребенком. Mountain Buggy этого нет. Вот, давайте теперь посмотрим на спинки. Спинки приблизительно одинаковые. Единственное, в Mountain Buggy Nano, а хотя нет, в принципе, у них одинаковый наклон, здесь 150 градусов и здесь 150 градусов. Ну вот в Mountain Buggy единственное, все-таки, да, есть разница, мне кажется, в самом максимально поднятом состоянии. Здесь чуть более сидячее положение. Сейчас я вам попробую это показать. Ну вот, это видно, все-таки здесь чуть больше сидит ребенок, здесь чуть больше наклонена спинка. Ну, разница совсем невелика. Что касается безопасности, также пятиточные ремни, мягкие накладки на плечевой зоне, на паховой, и здесь есть. Но в City Tour есть бампер, Mountain Buggy нет. Бампер с этой коляской идет только в России, в Европе нет. Здесь она дарится в подарок. Дальше самое такое заметное отличие — это подножка. Здесь подножка отдельная, регулируется вот таким образом, то бишь можно положить ребеночка чуть больше горизонтально в ногах, чем в City Tour. В City Tour с обратной стороны выгибается подножка, здесь плотный материал, и вот он держит ножки ребенка, но они все равно немножечко вниз. Ну, как бы ерунда на самом деле, нормально и так тоже. Вот, это такое основное жирное отличие. По поводу материалов. Материалы, они приблизительно одинаковые, но в Mountain Buggy материал немножко более скользкий на ощупь, но разница невелика. Немножечко более скользкий, и все. Вот, по износостойкости, я думаю, что они приблизительно одинаковые по прочности будут. Так, по поводу шасси. Шасси здесь в обеих моделях металлическое. Сделаны они обе хорошо, качественно. Вот, колеса приблизительно одинакового диаметра. Единственное, в City Tour заднее колесо чуть большего диаметра. Но это, ну, разница, ну, совсем уж никакая. Багажники тоже, в принципе, одинакового размера. Вы сейчас это прекрасно видите. Вот, амортизации нет ни на одной, ни на другой. Обе коляски достаточно жесткие, но они исключительно городские, для хороших дорог. Это не внедорожники, поэтому здесь нет таких благ, как амортизация. Ну, колеса передние тоже блокируемые и там, и там. В принципе, разницы в целом технически у них никакой нет. По ощущениям, в рулежке они практически одинаковые, абсолютно. Дальше. Давайте посмотрим теперь на их самое-самое основное отличие. Кстати, пока не забыл, у них у обеих идут в комплектацию транспортировочные сумки, но у City Tour ее можно одеть на плечи как рюкзак. В Mountain Buggy только на одно плечо как сумку. Вот вам основное отличие в транспортировке. Дальше, давайте теперь посмотрим на ту разницу, как они складываются. Чтобы сложить Mountain Buggy, с внутренней стороны на ручке есть две кнопки. Опускаем. Опа! И получаем очень-очень маленькую конструкцию. Вот этот зажим держит, чтобы она не разложилась. Из минусов сразу хочу заметить,
у нее, чтобы вам было видно, вот у нее, если не зафиксировать козырек, он будет болтаться. Для того, чтобы зафиксировать его отдельно, идет специальный ремешок на липучке. Ну, одно лишнее телодвижение вы получаете. Давайте смотреть на City Tour. Здесь нужно ручку вперед перекинуть, нажать здесь кнопочку, и спереди здесь на сиденье есть ремешочек, за который дергаете, и она складывается. И ничего не нужно потом отдельно фиксировать. Но из-за того, что бампер в комплекте, вы увеличиваете размер. Ну, бампер, естественно, можно снять. Давайте я вам покажу. Вот. Бампер сняли, и она теперь не больше, чем Mountain Buggy Nano. Кстати, City Tour 6,4 весит, Nano 5,9. Разница 500 грамм, ну ни о чем. Вот, собственно, по складыванию разницу вы увидели. Раскладывается, соответственно, зажим убираем. Все, едем. И здесь тоже самая процедура. Вот, собственно, и вся разница. Так, трам-пам-пам-пам-пам. В принципе, все. Разницы все вам показал. Они кому-то значительны, кому-то нет. Подытожу. Любая из колясок в любом случае будет правильным выбором. Единственное, любителей бамперов, конечно, не переманить на ту, где его нет. Но это приятный бонус. Он есть. Но здесь другой плюс. Здесь подножка. Кто-то любит такие подножки. Считает это прям очень важным моментом. Я не из тех людей, мне кажется. И здесь подножечка нормальная. Мне было бы важнее, конечно, бампер. Но, опять же, кому как. По ощущениям, коляски приблизительно одинаковые, особо такой большой разницы я не вижу, поэтому любая из них будет вас радовать точно в путешествиях. Самолет можно взять, ну и ту, это реально очень круто. Вот, в принципе, вся разница, что я хотел вам показать, я вам показал. И надеюсь, это было видео вам полезно, помогло как-то чем-то определиться с выбором. Поэтому, если было полезно, ставьте лайки. Не понравилось видео, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал. И хорошего вам выбора могу пожелать. И в заключение, большое спасибо магазину «Первая коляска» за то, что предоставили нам на обзор эти две интересные коляски. Ну, а вам, собственно, всего доброго и удачи. До свидания.